С вами канал Улицы Москвы, и на очереди у нас еще одна из новых улиц. Улица генерала Сандалова. Названа в 2017 году в честь полковника Сандалова, участника Великой Отечественной войны. Проходит между Ленинградским проспектом и улицей авиаконструктора Микояна. Протяженность 610 метров. Туда прямо Динамо, путевой дворец, ВТБ-арена. Но это уже на противоположной стороне, то есть на Чётной. А мы сейчас свернули в направлении микрорайона Ходынское поле Хорошовского района. И вот здесь вот улица, названная 3 года назад, раньше носила название «Проектируемый проезд». 5508 вроде бы как номер был у него. Здесь вот также неподалеку сооружается жилой комплекс под названием Prime Park. Мы его осмотрели с противоположной стороны в нашем предыдущем выпуске. Вот он. Это вот мы сейчас со стороны центра. И вот его. Так, что это за... Похоже на офис продаж. Это элитный, кстати, жилой комплекс. В нем английский детский сад. Так, ну я тут немножко... Ну это... Офис продаж в башне. Такой-то, такой-то. То есть это сейчас не это самое, не является офисом продаж, как я понимаю, здание. Ну да ладно, посмотрим на этот жилой комплекс еще с этой стороны. Пойдем. Ну да, вот так было, что такая вот улица вроде довольно крупная, но она не имела полноценного названия очень долгое время. ТЦ «Старт» на противоположной стороне. Кстати, торговый комплекс довольно старый. Я помню, еще бывал здесь в году, наверное, 2012, он уже стоял. Так, ну вот, посмотрим еще сейчас. Западной примерно стороны мы находимся. Тут башня.
Ну все, наверное, будем заканчивать на этом. Там вот уже эти четыре башни. Это уже Ходынское поле. За ним дом виднеется по Грязодубовой, дом 2.